тебя поздравлять с хорошим стихотворением, которое я обязательно поставлю на сайт. Итак, вот они, мечты о многом. Сегодня мечтаю о многом. Сегодня мечтаю о том, что очень любима я Богом, что счастье приходит в мой дом. Нисколько, ни в чем нет сомнения. Я знаю, Он любит меня и смотрит с небес с умилением, любимая дочка моя. Я отвечаю с любовью: «Отец, ты сегодня со мной. Прости, увлекалась я ролью глупышки, девчонки дрянной. Теперь все прошло. По-иному я вижу тебя и твой свет. И строится жизнь по-другому, без грусти, без горя и бед. Даешь ты мне ангелов силу, и я благодарна тебе. Прости же меня, о мой милый, ты дал направление судьбе. Теперь в моей жизни без страха со мной проходят счастливые дни. Со мной ты без вздохов и ахов, любовью согреты они». Вот такое чудесное, теплое-теплое, нежное-нежное стихотворение. И вот здесь посмотрите, как самое лучшее в амфибрахии здесь буквально вот проявилось. И вот такая теплая, теплая, ласковая, качающаяся волна. Вот такое комфортнейшее состояние, вот такого легкого покачивания, обволакивающего какого-то вот такого теплого-теплого состояния. Это чудесный совершенно амфибрахий, очень точный, очень правильный. Наташа, молодец, все замечательно получилось. Чудесно. У кого еще какие впечатления и ощущения? Напишите, пожалуйста. Валера написал. Напишите еще кто-нибудь что-нибудь хорошее. Кстати, сколько стоп? Давайте считать. Сколько здесь стоп мы насчитаем? Здорово, здорово. Три, совершенно верно, три стопы. Вот если для двусложных размеров таким самым гармоничным является четырехстопный ямбхари, то для трехсложных размеров самый вот такой естественный, гармоничный – это трехсложный. Самый вот такой нейтрально-гармоничный, самый правильный, самый аккуратный, самый легко рождающий.